А расскажи про детишек своих. Ну, детишек. У меня уже два взрослых дядьки старшие. Ну, сразу же детишки. Никита, которому скоро будет 25. Ага. Такой у него первый юбилей. Ага. А Николай, которому скоро будет, ну не скоро, чуть дальше будет, 22. И, у тебя вот, дочери еще? А потом пошли дочери. Да. Потом Анна-Мария, которой 12. Так. Потом Вера, которой 8. Ага. Потом Надя, которой вот сейчас исполняется 6, ага. 5. Ага. Потом, так 5 или 6? 5. Потом Боря. Отец. А может и 6. За это меня и ругают все время. За память такую. Вот нет памяти. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».